Конничива! Вы смотрите канал Тачико ТВ. Сегодня я расскажу вам и покажу на примерах, как и в каких случаях используется частица «де» в японском языке. В русском языке у нас есть предлоги, служебные слова. Они стоят перед словом, к которому относятся. В японском же языке частички, подобные частице «де», стоят после слова, к которому относятся. Такие частицы еще называют послелогами. Итак, частица «де» в японском языке используется. Первое. При выражении места или времени, а также возраста, в котором происходит действие. Рассмотрим три примера, где частичка «де» используется при выражении места. Нацу ва уми де ойойде, фую ва пуру де ойогимас. Нацу ва уми де ойойде, фую ва пуру де ойогимас. Летом плаваю в море, а зимой плаваю в бассейне. Вот у нас частичка «де» стоит после слова «море» – «уми де». А здесь после слова «бассейн» – «пуру де». Следующий пример. «Токио эки де карени атта». «Токио эки де карени атта». Встретилась с ним на станции Токио. «Токио эки де». Дальше. Нагоя де басу о ориру. Нагоя де басу о ориру. Сойти с автобуса в Нагое. Нагоя де. Следующие три примера, где частичка де используется при выражении времени. Кону сигото ва ашита де оваримас. Кону сигото ва ашита де оваримас. Эта работа завтра закончится. Ашита де – завтра. Сёнэн ва сичигацу хуцка де дзюгосай нинару. Сёнэн ва сичигацу хуцка де дзюгосай нинару. Мальчику исполнится 15 лет 2 июля. Сичигацу хуцка де. Кайги ва годзен де суму даро. Кайги ва годзен де суму даро. Вероятно, совещание закончится до полудня, в первой половине дня. Годзен де. И еще два примера, где частичка де используется, когда указывается возраст, в котором совершено то или иное действие. Давайте посмотрим. Йондю хасай де санкай мено кекконо симашта. 48歳 で 3回 目の結婚をしました。48 лет женился в третий раз. 48歳 で. И еще один пример. 10歳 で сонатаを作曲した。 10歳 で соната を作曲した。Написал сонату в 10 лет. 10歳 で. Второй случай использования частички «де» при выражении способа, средства или инструмента, с помощью которого выполняется действие. Например, «басу де кайсяэ икимас». «Басу де кайсяэ икимас». «Поеду на автобусе на фирму». «Басу де». На автобусе. Поеду на автобусе. Поеду автобусом. Ну, если уж совсем дословно, поеду, используя автобус. Бас де кайся э икимас. Далее. Хасами де ками о киримас. Хасами де ками о киримас. Хасами де ножницами. Режу бумагу ножницами. Хасами де. Используя ножницы. С помощью ножниц. Хасами де. Следующий пример. Эйго де ханасу. Эйго де ханасу. Говорить на английском. Говорить, используя английский, с помощью английского. Эйго де ханасу. Генкин де харау. Генкин де харау. Здесь мы можем перевести на русский как творительный падеж. Кем чем. Генкин де харау. Платить наличными. Генкин – наличные, де – наличными. Генкин де харау. Дальше.
Йовабиде саканао ниру. Йовабиде саканао ниру. Варить рыбу на слабом огне. Йоваби де. Нихон но ева киде декитеймас. Нихон но ева киде декитеймас. Японские дома сделаны из дерева. Киде с помощью дерева, из дерева. Киде декитеймас. Следующий пример. Миркуде чизоцкуру. Миркуде чизоцкуру. Сыр делает из молока, используя молоко. Миркуде чизоцкуру. Прастикуде ироирона йокио цкуру. Прастикуде ироирона йокио цкуру. Из пластика делают различные емкости. Прастику де. Третий случай использования при выражении причины, повода, предлога. Например, бёки де гако ясумимашта. Бёки де гако ясумимашта. Пропустил школу из-за болезни. Бёки де. Бёки де. Дальше. Дзисин де такусан но иега таоремашта. Дзисин де такусан но иега таоремашта. Из-за землетрясения рухнуло много домов. Дзисин де. Небусоку де кибунга варукатта. Небусоку де кибунга варукатта. Было плохо из-за недосыпания. Небусоку де. Далее. Хочуй де дикоо окошта. Хочуй де дикоо окошта. Спровоцировал аварию из-за невнимательности, по невнимательности. Хочуй де. Хочуй де. И еще один пример. Коно мидзуми ва уцкусиса де юмей да. Коно мидзуми ва уцкусиса де юмей да. Это озеро знаменитое, потому что красивое, из-за своей красоты. Уцкусиса де. Частичка де также используется при выражении состояния, в котором происходит действие. Например, хитори де нихоне кимашта. Хитори де нихоне кимашта. Приехал в Японию один. Сам. Хитори де. Сугой хаяса де нихонго га джозу нинаримашта. Сугой хаяса де нихонго га джозу нинаримашта. Овладел японским в рекордные сроки с большой скоростью. Сугой хаяса де. Сугой хаяса де. С большой скоростью. Каса наси де декакета. Каса наси де декакета. Вышел без зонта. Каса наси де. И еще один пример. Нико нико као де ханаси какете кита. Нико нико као де ханаси какете кита. Он заговорил со мной, улыбаясь. Нико нико као де. И еще один случай употребления частички де. При выражении области, предела или денежной суммы. Давайте посмотрим. Коносетао косенен де катта. Коносетао госенен де катта. Я купил этот свитер за 5000 йен. Госенен де. За 5000 йен. Дальше. Годиуманен де каэру курумага аримаска. Годиуманен де каэру курумага аримаска. У вас есть машина, которую можно купить за 500000 йен. Годюман энде. За 500000 йен. Следующий пример. Кагами йо, кагами йо, кагами сан. Секай де ичибан кирей на хито ва даре десу ка? Кагами йо, кагами йо, кагами сан. Секай де ичибан кирей на хито ва даре десу ка? Секай де. В мире, вот это вот наша область.
Секай де. Переводится как «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду расскажи, кто на свете всех милее, всех прекраснее и белее», что-то в этом роде. Но дословный перевод будет «Зеркало, зеркало, зеркальце, кто в мире самый красивый?» Секай де – в мире. И последний пример. Саннэнкан де нихэкуманэн чокин симашта. Саннэнкан де нихэкуманэн чокин симашта. За 3 года я отложил 2 миллиона йен. Саннэнкан де. За 3 года. Саннэнкан де. Вот такие функции может выполнять частица де в японском языке. Надеюсь, вам было все понятно. Подписывайтесь на канал Тачико ТВ и давайте учить японский вместе. Джане!